Часто по алиментам бывает такая практика, когда супруг, ну, как правило, это мужчина у нас, да, не хочет, не может по какой-то причине платить алименты в процентном соотношении к размеру его дохода, который назначен судом, и подает на пересмотр всех этих сумм, ссылаясь на то, что его там уволили, устроился на другую, менее оплачиваемую работу, то есть размер зарплаты уменьшился. И суды часто идут на поводу, но сейчас меняется практика, меняется подход, а Верховный суд говорит о том, что нифига подобного, это не безусловное основание для изменения размера алиментов. То есть для того, чтобы тут дети получали в процентах от заработка, от зарплаты, от иного дохода, от каких-то там акций, долей в компаниях. А тут он, видите ли, хочет там два прожиточных минимума заплатить, там, грубо говоря, там по пятерке. И все хорошо. Ну, как бы такое не прокатит, нужны прямо сильно безупречные основания, сильно безупречные, а не формальный подход. А это уже сложно, это другой разговор.